Дорогие мои друзья, здравствуйте! Вы на канале Блондинка Жарит. Сегодня я вам покажу новогодние подарки до 150 рублей. Погнали! Ну что, друзья, начнем. У меня ароматный, вкусный, вкуснейший чай. Ням-ням-ням. Люблю чай черный, крепкий. Начнем. Скажу вам, что до 150 рублей огромное количество подарков в наших масс-маркетах. Просто неимоверно много. Один. Два. Так, это не то. Вот сюда. Ой, три. А, это разные. Смотрите, там разные. Три. Четыре такие на елочку. Пять. Шесть. Семь. Восемь подарков. Восемь подарков до 150 рублей. Ну что, начнем с фабрики Деда Мороза. Конти фирма. Друзья мои, достаточно увесистый. Увесистый 150 грамм целых. Так, что у нас здесь? У нас здесь история Востока конфета. Две. Веселый боцман вафельная конфетка. Мишаня с рисом, конфетка 2. Достаточно круто, круто. Так, карамелька, это у нас дюшес, это у нас 2 ананасовые конфетки. А, значит, и еще из карамелек золотая птица, тоже карамельки. 5 карамелек. Значит, это золотая миля конфеты. И вот такая желейная, очень вкусненькая конфетка. Арбузная, кстати. Очень раньше любила их. Внутри начинка. Вкусненькие. Я скажу, что до 150 рублей такой набор стоит своих денег прям вообще с лихвой. Крутой. Дальше хочу фабрика имени Крупской. Конфеты. Здесь 117 грамм, поменьше, там 150. Смотрим. Так, здесь у нас трюфель особый. Такие шоколадные трюфельные конфетки. Караван пустыни. Шоколадная конфета пралине в глазури. Белочка. Вафельная конфетка сказки Перо. Мишка на севере. Красота. Ласточки. Ласточкина почта. Вкусные конфеты. Люблю такие. Но, наверное, там глютен все-таки есть. Присутствует. И мини-тортик балтийский, вафельный. Не дурно, не дурно. Что могу сказать? Тоже неплохой набор. За свои деньги, за 150 рублей, прям два набора меня пока удивили. Лайк им. Хорошие наборы, хорошие
конфеты. О, кстати, какой крутой. Тоже до 150 рублей. Такая избушка. Лёвушка детям. Здесь можно отрезать, отрывать всякие там окошко и делать как скворечник типа. Прикольно. А, значит, здесь 138 грамм. Давайте смотреть. Вау. Так, здесь апельсины и лимоны. Фрутландия. Мармелад. Клубника, банан. Тоже конфета такая. В шоколаде начинка. Тоже очень даже неплохо, я смотрю. Конфета Степ. Это как Сникерс. А, здесь вот есть такая... О-о-о! С жевательной конфетой, как чупа-чупс. Мармеладные мишки. Мармеладные медвежата. Тоже их тут увесит 135 грамм. Но она такая хорошая штука. А, Левушка конфета с мягкой карамелью. Шоколадная. И конфеты по ГОСТу детям написано. А, я помню, в детстве такие кушали, кстати, да. Наверное, глютен, но посмотреть, что внутри надо. Что тут у нас? Тут еще загадки. Тут еще загадки написано. На ноге стоит одно и крутит, вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, океаны. Глобус. Лист бумаги по утрам на квартиру носит к нам. На одном таком листе много разных новостей. Газета. Вот. Классная. Да, может там глютен, конечно, быть. Но... начинка помадная. Друзья мои, этот наборчик тоже такой, как скворечник. Набор 138 грамм, тоже достойный, большой. За свою цену он окупается, я думаю, вообще недорого. Так, еще у меня есть вот такой, вот тоже до 150 рублей наборчик. Milky Way и его друзья. Так, Milky Way и его друзья. Почта Деда Морозу, Великий Устюг. Да, есть такое. Ну-ка, что здесь? Здесь у нас мы имеем Milky Way шоколадку. Milky Way клубничная. Прикольно. И маленькие конфетки. Два Твикса и один Сникерс. Да, конечно, немного. Но, в принципе, мне нравится. Я люблю такие конфеты. Да, и письмо Деду Морозу в конце. Такой мини презент. А здесь у нас получается сколько? Граммовка, 85 грамм всего такой. Да, неплох. Мне нравится. Здесь у нас еще один. Здесь всего три вот таких вот фигурки. В принципе, можно вешать и на елку. Тут сделаны такие штучки. Я не знаю, я не любитель вешать конфет на елку и съедобного что-то на елку. Я не люблю съестное вешать на елку. Да, не знаю почему. Елка все-таки это как украшение, а что-то там и то, и все навешали, да, и еда, и не еда, и непонятно что. Это просто чисто шоколадные такие, тоже до 150, просто чисто шоколад, все, пустой. В принципе, очень даже неплохо. Ну, до 150 рублей, конечно, это вам не вот эти наборы, ну, что-то. Это тоже, значит, до 150 рублей, вот такие новогодние штучки, подарки. Здесь у нас 51 грамм, а в этом у нас было 39 грамм, 3 по 13, а здесь целых 51 грамм.
Ну, что могу сказать? Вот такие вот Дедушки Морозы, Зайчик, Дед Мороз. И чисто вот такая вот кубышечка. Это просто шоколадные фигурки. В принципе, ну, кто любит на елку вешать, welcome. Вот еще один подарочек до 150 рублей. Смотрим. Так, раз, раз, раз. Здесь тоже такие кубышечки. Вот такие вот Дедушки Морозы. Это все чисто шоколад. Прикольно. Я думаю, в царской России, наверное, такие были шоколадки. Вешали детям на радость, на потеху. Вот такие вот шоколадные штучки. Так, и последний шоколадный наборчик. Это, ну как наборчик, это тоже три таких шоколадки. Да, наборчик, да. В гости ребенку прийти, наверное, прикольненько. Вот. Что могу сказать? Рейтинг от меня. Рейтинг от меня. Конечно, мне вот это понравилось больше всех. Набор конфет полный, много шоколадных конфет. Карамельки тоже присутствуют. И 150 грамм до 150 рублей набор конфет. Вот здесь вот. И 150 грамм конфет. Это прям, наверное, мой фаворит из этих всех наборов. Первое место. Второе место. Вот этот вот набор 138 грамм с кормушкой. Третье место у меня будет вот это, здесь тоже 117 грамм, ну, в принципе, по граммовке, но и сам состав тоже, да, они, в принципе, одинаковые, там шоколадные конфетки, прикольно. Ну, четвертое место вот этот вот, да, Milky Way, то все. И уже вот такие вот, это, в принципе, все, грубо говоря, одинаковые, ну, не знаю, по граммам, если только посмотреть, какой лучше, какой больше грамм, потому что шоколад один и тот же, как ни крути. Вот. Ну что, друзья, затерялись три подарочка еще. Вот. Я, конечно, поросенок. Ну что, здесь просто чисто календарь такой, типа квест, сладкий подарок, вот. Это тоже квест какой-то такой. Вот я, да. Я паразит. Как-то затерялась, как-то случайно оно так получилось. Я даже не ожидала. Давайте тогда досмотрим. Досмотрим. Здесь у нас наборчик. А, ну это просто чисто конфеты с вафелькой. Там. Пусть Новый год принесет. Только счастье, да, вот такие, ну, это типа уже как конфеты, как коробки конфет, вкус тирамису, вот, поэтому сильно не ругаемся, три таких новогодние тоже до 150 рублей. Ну что, друзья, если вам было интересно, наборчики до 150 рублей, искала, откапывала вообще, ставьте лайк, обязательно, подписывайтесь, пишите комменты, что, как. Как снимать вообще? Может, вам не понравился мой формат? Давайте, пишите, я буду исправляться. Я с вами, друзья мои, прощаюсь. Пока-пока-пока-пока-пока.